сегодня я сыграл очень хорошо, закончил 4,5 из 5. Точнее, начал турнир 4,5 из 5. Ну, конечно, на больше рассчитывать и не приходится. Все прошло очень хорошо. И я, конечно, первым днем очень доволен. Надеюсь и дальше продолжать так. Ну, здесь находится практически первая десятка шахматистов мира. И поэтому, конечно, все очень сильные. И опять же, то, что я так начал хорошо против сильных соперников, это меня радует. Например, Магнус Карлсон, там, номер один в мире, он сейчас тоже, ну, зависит от того, как он закончит свою партию, либо будет делить со мной, либо будет на втором месте. Поэтому, ну, как бы ясно, что он как минимум один из фаворитов. Но помимо него есть и другие фавориты. Тот же Гречук из России, очень сильный гроссмейстер. Есть и другие, опять же, поэтому я бы не стал никого сильно выделять.